Мулик, тут твоя флоксина расцвела, такая розовенькая. Вот еще попозже будет сиреневая. Жарки уже вот отошли. Это я вот сегодня малину чуть-чуть пособирала. Это вот еще не доспела, которая гусар. Ну, вот здесь вот завтра уже будет хорошенький, очень крупная. Даже объектив не берет. В общем, этот куст большой, надо его это пересаживать, потому что он в разные стороны и прям много места занимает. Это гусар вот называется. А сказка — это вот такими вот обильными с листвой, у них на кончиках ягодки. Это вот чеснок комсомолец. Прям комсомолец, не пионерец. Очень большие шишки. Я вот подрыхлила его. Ну, он, короче, почти с меня ростом. Вот. Так, тут у меня гладиолусы поспевают. Это табак тут распустился. Танюшка сеяла. А это матиола двурогая. Пахнет так ночью классно. Ну, вот эти вот розочки, которые я сказала, что они не пахнут. Ну, тут геранька немножко. Сейчас ее подрежу, подрыхлю. Тут тоже вот чесночок. Этот похуже, помельче. Но тоже надо порыхлить. И вот такая вот красивая тут Валина гортензия, которая за домом росла. И сейчас набирает силу. Очень красивый цвет. Хочу вот срезать. Туда настурцию вот немножко посадила рядом со смородинкой. Ну, а дальше еще и работать и работать. Тут вот малинку пособирала. Вот вечерело.